Танец Купари-Мори. В этом танце вы плавно, с достоинством ходите, и здесь вам нужно показать свой наряд, свою стать. Танец очень простой, просто нужно слушать музыку и шагать в такт музыки. Для начала танца, пожалуйста, возьмитесь под руки и 16 шагов красивых, спокойных, начиная с наружной ноги. Это значит, я начну с этой ноги, а моя партнерша с этой ноги, наружной ноги. 16 шагов по кругу против солнца. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И повернулись друг к другу. Руки можете просто держать. А если красивая юбка, можете взяться за юбку, юбку показать. Делайте так, как вам лучше. И отсюда, с тех же наружных ног, делаете один шаг кольки в сторону. Вот так. Раз, а теперь в другую. Два. И повторяем. Три. Четыре. А теперь под ручки и с достоинством. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А на семь, восемь вернулись назад в исходное положение. И шаг кольки в другую сторону. И раз, два, три, четыре. И пошли шаги. На 7-8 возвращаемся в исходное положение, взялись под ручку и снова 16 шагов по кругу и пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Танцуем вместе с нами. И 1, 2, 3, 4, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И приготовились танцевать Купари-Мори под музыку. Пожалуйста, приготовились. Послушали вступление. Музыки.
его танец веселый и жизнерадостный. Если у вас нет партнера, всегда у вас найдется подруга, или дочь, или мать, или сестра, с кем вы сможете так же весело потанцевать, как мы сейчас будем танцевать. И сразу же начинайте танцевать с нами. Сначала в этом танце пойдут повороты польки. Обыкновенные 8 поворотов польки. Давайте мы их сделаем по кругу против солнца. И пошли. И раз поворот, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 поворотов. А теперь шагаем с наружных ног. Моя наружная нога и моей партнерши наружная нога. Шагаем, делаем шаг, приставили. А теперь вперед шагаем. Раз, два, три, четвертый. Приставили, повернулись друг к другу. И отсюда 8 прыжков галопом назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И все сначала, повороты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошли. Шаг, приставили, шагаем, 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 прыжки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И под музыку. Приготовились. И два. Танцуем перлине. Шагаем 8 шагов по большому кругу. А теперь 8 шагов идем в круг. А теперь по маленькому кругу. 8 шагов. И на 8 шагов выходим из круга. А теперь, после того, как вы вышли из круга, вы оказались в большом кругу, и здесь делаем 12 поворотов польки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 и 12. И вы снова оказались в большом кругу. Отсюда снова идем 8 маленьких крошечных шажков. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, как будто покачиваетесь, как будто ладья идет. Очень хорошо. И выходим 8 шагов из круга. И оказались опять в большом кругу, и здесь пошли повороты. Очень легкие, мягкие, необычно 12, но вы услышите по музыке, что 12 поворотов. И вот так весь танец. И теперь вы готовы танцевать с нами под музыку «Перлине». Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По маленькому кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выходим из круга. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И повороты.
Еще. И слушай музыку. Круг. По маленькому кругу. Выходим из круга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и... Для начала, пожалуйста, возьмитесь так, будто вы в положении вальса. Вальс. Но затем, когда вы вот так вот взялись, да? Хорошо. А теперь эти ручки отпустите. И вот так и остались. Шагаем вместе с нами с наружной ноги. С наружной ноги идем. Шаг, шаг, шаг. И вот теперь на наружной ноге вы стоите, делайте на нем прыжок. И с этих ног шагаете вперед. Раз, два, три и прыжок четыре. И отсюда взяли вальсовый прием, вальсовое положение. И делаем повороты вальса. И раз, два, три, четыре. И снова идем. Шаг, 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 прыжок, шаг, 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 прыжок, поворот, 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 поворот. Затем продолжаем такие же шаги. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И здесь внимательно. Ваш партнер или партнерша остается стоять на месте и этой ногой делает наружной ногой шаг в сторону. Пожалуйста, сделали шаг в сторону и держит вас. Этой рукой подталкивает ту сторону. А партнерша бежит. Раз, два, три и также четыре. И раз, два, три, четыре. И отсюда снова бег, бег вперед. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И попробуем это все сделать под музыку. Сколько? И прыжок, поворот, поворот, поворот и бежим. Повороты, ножки быстренькие. И прыжок. Поворот.
стоит. Конечно, танцуйте так, чтобы ваши ножки были видны. Пожалуйста, возьмитесь вот таким образом. Ручку держите на уровне плеча. Другой рукой, если у вас длинная юбка, возьметесь рукой за юбку и покажите ее. А если коротенькая, как у нас сейчас, то просто эта рука у вас танцует вместе с вашим телом под музыку. И делаем шаг вперед. Повернули спиной шаг, и теперь будто тянет вас кто-то назад, и прыжком возвращаетесь назад. И раз, и два. И снова шаг, шаг. Опять вас тянут назад. И шаг вперед, вперед. Приставили, вот именно так. И теперь приставили другую ногу и сразу взяли для поворотов вальса. И четыре поворота вальса. Пошли. Раз, два, три, четыре. Давайте еще раз, повнимательнее, не спеша, приготовились и пошли. Шаг, шаг, и возвращаемся назад. Шаг, шаг, возвращаемся назад. Посмотрите еще, как необходимо сделать эти шаги назад. Мы покажем сбоку. И шаг, шаг, и возвращаемся назад. Шаг, шаг, возвращаемся назад. Итак, это у вас уже получилось, это и была самая сложная часть танца. И давайте еще сначала и раз, два, назад, хорошо, вперед, вперед, назад, хорошо, шаг, шаг, приставили, встали и раз, два, три, четыре. Хорошо. И снова сначала. Но сначала мы уже возьмем под музыку, под испан. И шаг, шаг, назад, назад. Шаг, шаг, назад, назад. Шагаем, шагаем, приставили. И счета. Пожалуйста, возьмитесь таким вот образом. Рука на уровне плеча и с наружной ноги делаем шаг польки в стороны. И раз, и теперь в другую сторону, два, и повторяем, и три топы добавили. И шагаем вперед. Раз, два.
два, три, приставили назад, раз, два, три, приставили, и сразу для вальсового, вальсовый прием, и делаем повороты, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и пошли сначала, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, повороты, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и под музыку. И раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И сначала, и... Задорно! И можно с притопами. И сначала легко. Танец прекрасно помнят женщины постарше. И тогда танцевали этот танец стильно. И сейчас тоже танцуете стильно. Для ту-степ приготовились вот таким вот образом. И тоже на 4 счета. Весь танец все время повторяется на 4 счета. Идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, и повороты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И повороты. Повороты легкие. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, повороты, вот так, очень хорошо, и танцуем под музыку, приготовились, и yeah.